Всем привет! Сегодня я приехала в город Нюрнберг, в Баварии. Это очень старинный город. Сейчас я пришла на главную площадь. Это Хауптмаркт. Вот эта скульптура называется Schönbrunnen, что означает в переводе «прекрасный колодец». Здесь находятся статуи священников. Эта скульптура была построена в XIV веке. Это копия, а оригинал находится в Национальном музее. Вот если мы заглянем внутрь, здесь видно хорошо эти статуи. Здесь на этой скульптуре, то есть на ограждении, есть счастливое колечко. Если его покрутить, ваши желания сбудутся. Сейчас я вам его покажу. Оно где-то здесь. Вот оно. Я его нашла. Смотрите. Покрутим и загадываем желание. Надеюсь, что сбудется. Далее я гуляю по главной площади города. Здесь продают разные сувениры. Нюрнбергские пряники. Паштеты. Сосиски. Вот эта башня золотой, то есть прекрасный колодец, еще называют иногда золотой колодец. В разных источниках по-разному. Высотой 19 метров. Вот это Мариенкирхе, что в переводе означает церковь Богородицы. Была построена в 14 веке и очень разрушена во время Второй мировой войны, но сейчас ее восстановили полностью. Вот она такая красивая сейчас. Здесь продают мед, а это ЗАГС. Вот видите, здесь герб Нюрнберга. На этой площади часто проходят различные мероприятия и очень красивый рождественский рынок. Несколько рядов палаток. Все очень красиво и вкусно. Это город игрушек, колбасы. Мейстер Зингеров. Вот какая старинная эта церковь Мариенкирхе. Наверху есть часы,
и фигуры священников. Они танцуют по кругу, когда часы звонят. По-моему, 12 часов, когда да. Нюрнбергер Лебкухен. Это известные нюрнбергские пряники здесь продают. Пойдемте еще погуляем по этой прекрасной площади. И посмотрим, что здесь есть еще. Это кафе хорошее «Алекс». Здесь продают типичную немецкую еду. Много магазинов сувенирных в этом районе. Это центр города, поэтому так вот, например, хороший магазин в этом здании есть, но это кафе здесь. В начале этого здания кафе, а дальше будет магазин. Это Алекс. Поближе покажу вам. Вот тоже сувениры, но это шоколад. А здесь был вот этот магазин сувениров, но он сейчас закрыт. Memories of Nuremberg. Из-за коронавируса. Шоколадье. Интересный магазин это. Здесь продаю дорогой шоколад. Ну, есть скидки, вот 50%, можете посмотреть. Маскенпфлихт. Что означает, что можно заходить только в маске. Это нюрнбергские пряники. Тут написано Meisterpfann. Вот эти пряники. Так они выглядят. Есть шоколадные, есть без шоколада. Вот маленькие, например, тоже есть. Миниатюрные. Вот по одному продают. Один прянчик стоит 2 евро 49 центов. Этот стоит тоже так же. Они с миндалем, с корицей, с марципаном. В общем, очень они вкусные. Ну, какой Дед Мороз. Санта-Клаус, вернее. Приезжайте в город Нюрнберг. Он очень интересный. Здесь очень много достопримечательностей. Всем счастливо, хорошего дня!